Четыре новых регулярных авианаправления в крае открывает компания «Красавия». Самолеты, рассчитанные на 48 пассажиров, будут курсировать по направлениям Красноярск-Игарка и Норильск-Игарка с февраля. Зимой они будут летать два раза в неделю, летом три. Рейсы Красноярск-Северо-Енисейск и Красноярск-Шушенская откроют этой весной. Расписание пока уточняется. Новую маршрутную сеть разработали под руководством Краевого министерства транспорта.